Здравствуйте, друзья! Сегодня проверим, как укоренились высаженные в конце февраля черенки хвойных. С момента посадки прошло около 2,5 месяцев. Конечно, корни начали появляться гораздо раньше, примерно через 1-1,5 месяца. Но это были совсем небольшие тонкие ниточки. Такие черенки еще рано тревожить, и растения могут не прижиться. Зато теперь становится очень хорошо понятно, почему рассадные стаканчики лучше брать прозрачные. Видите, как хорошо видны образовавшиеся корни? Вот с такими хорошими корешками уже можно рассаживать, особенно если черенков в одной емкости много. Как вы помните, в то же время я еще пробовала укоренять лиственные. Это были гомомелис и рододендроны. Ни один черенок, к сожалению, не укоренился. Гомомелисы просто высохли, а рододендроны выбросила я еще раньше. Это вовсе не говорит о том, что способ не годится для размножения лиственных пород. Просто конец февраля – время для них неподходящее. Попробуем поэкспериментировать позже. Я даже уже наметила месяц. Ну а мои хвойные осталось только рассадить на рассадную грядку. Мне больше нравится каждый черенок в отдельный горшочек. При пересадке на постоянное место корешки тогда практически не страдают. Крупные черенки на постоянное место высажу следующей весной. А вот совсем малышам, возможно, понадобится доращивание еще на сезон. Ну вот и все премудрости. Удачи вам в укоренении и всем пока и до новых встреч на нашем канале.